Мы находимся на второй строительной. Сегодня какое число? 24, наверное? 24. Вот, июля 2013 года. Вторая строительная 6216. Подлежит сносу. Барак. Мы снаружи сейчас покажем. Это та самая комната, которая попала в кинофильмы Кузнецова. Вот предчувствие. Я к Василию в общество памяти даже как-то раз попал, а он зашел по голосу и узнал. Мы, говорит, уже несколько лет слушаем, и нам, он говорит, всегда казалось, что это голос с неба. Потому что моего там ничего нет, я только лишь начитал. Подходили к этому в страхе, в молитве, в посте, после причастия, по благословению священников и архиерея. Так что после, когда они стали уже поносить меня, сажать, говорится, в мешок гулаговский заталкивать, это все пришло позже. Почему со мной трудно жить? Это мне близкий человек говорил. Встречаться с тобой легко, а жить трудно. Вот взять начитывание 50 томов. Это Библия, 12 томов Златоуста, 12 томов Житии, 5 томов Добротолюбия и другой духовной литературы. Ведь это все непросто. Ту же самую псалтырь, когда я начитал, я и на 4 голоса читал. И молил одно только: Господи, дай мне донести до слепых, до обездольных это Слово Божие. Когда вот я записывал, стоял, вот положение у меня какое было. Вот так я все время одним глазом кашу, кто там проходит, если когда открыто было. Окно оставляю, место видно. И мы уже знали, утром смотрим, машины какие стоят рядом. Значит, это уже постоянные наши охранники. Значит, все в порядке пока. Ну и кто ко мне приезжал, опять же, они со мной вместе терпели муку. Я-то себя не чувствовал мучеником. А они ни кашлянуть, ни отойти. Приехала мама один раз. Не может, она должна подойти, там подушкой закрыться, под матрас голову сунуть, чтобы один раз кашлянуть. Будто пустой. Надо же в каждую фразу вникнуть, чтобы донести ее до слушателя. Ну и почему сейчас житие так слушается? Я вместе с ними на костер восходил, вместе с ними умирал и воскресал. Я также плакал и заливался слезами, от слез не мог смотреть в книгу, останавливался. Уже сидя в тюрьме, вся эта бездна, безумие, Сергиевская декларация встала. Дмитрия Дудко арестовали. Ну, мы не считали себя ни в чем виновным, но, правда, у меня были его проповеди записанные. А в это время я только что закончил начитывать «Архипелаг ГУЛАГ» и написал Солженицыну послесловие на 4-ю и 7-ю книгу. И один исторический материал «Тайна беззакония действий масонства». Я 14 лет материал для него собирал исторически. Вся зарубежная, дореволюционная, советская литература была взята. Это мне потом поставит вину. И вот арестовали меня в дороге, привозят сюда два подполковника, Никулин, Круглов из КГБ, майор Щепин и капитан, или наоборот даже был, майор Фадеев. Открывайте, у меня ключа нету, правда ключ у жены был, я бы не солгал, у нас верующих вообще лгать нельзя. Ну, постоянно будете открывать или не будем? Я говорю, у вас где санкция? Показывает по санкции МГБ, правда. По делу Дмитрия Дудко, что у него обнаружен мой адрес. Ну, пошел Фадеев, правда, он майор, я поправляюсь, был тогда. Сейчас он, видимо, уже выше звания. Гляжу, что он будет делать? Все же дверь моя. Свободу монтировку закладывает. Нажал дверь, выломал. Пошли. Ну, заходим, пожалуйста. И они все за мной следом тут. Когда сидел я в тюрьме, мне стало понятно, что
просто следователь, хотя видит, что в моем деле ничего нет, я говорю, вы меня пинками загоняете в статью. Заведомо ложное измышление, а у меня все, я верю в это, заведомо ложного ничего нету. Я понял, у вас партийная обязанность, вам дали заказ, и вы обязаны выполнить. И вот в тюрьме я ощутил, что это страшное дело состоять в партии, которая не признает Бога. Любое задание, партийное поручение. И тогда ни совести тебе нету, ни велений времени нету, ни понятия человечности ничего нету. Партийный долг, тебе обязанность такая. Ты завтра будешь в Берии, завтра Ежов кем угодно тебя сделает. Это полипалатин, мы все сейчас ломаем. Сломано, уже ничего нету. Но я оставил вот этот стол. Его и КГБ не могло даже вскрыть. Я сказал, мне одного шума нет, выйдите на эту сторону. Полезно, они мешают. Вот это вот отдельный стол. Пишущая машинка Украина. Как ее сделать скрытой, чтобы печатать дверь постучали, и чтобы я мог открыть дверь, а здесь ничего не было. Я долго вымерял, на какой позиции самому сидеть, какой высоты стол будет. И наконец вот такая конструкция получилась, которую скрыть КГБ не могла даже. Крутила, говорит, ну покажите, как оно открывается. Ну ломиком они могут. Вот показываю, это пробел. Я 10 пальцами печатал, дырка на нем. Сколько печатано? Это тысячи, если не десятки тысяч страниц. Вот она идет. Вот поплыла она здесь. Вот она как стоит здесь, это все здесь расперто было. Здесь я убрал сейчас переводка, ну, копировальная бумага. Другая бумага. Я здесь печатал. Вот, поднимается на трех шарнирах. Заметь, как тут написано. Посмотрите. Вот они сразу увидели. Работать, не жалея себя. Познать, на что ты способен. Многоточие. В то время божественно трудно было встретить. Это я из газеты нашел. И еще. Работать быстрее, значит делать несколько дел сразу. На нескольких каналах. Думать и работать. Поэтому вот здесь был начитан полностью Иоанн Златоуст, 12 томов. Вот в этом месте, на 12,8 квадратных метров жития святых, пожалуйста, не упади, кошачья дырка, 12 томов по Дмитрию Ростовскому, каталоги составлялись, потом 5 томов Добротолюбия, Архипелаг, ГУЛАГ, все насчитано было здесь. Здесь меня дважды арестовывали. И вот она закрывается, обыкновенный стол, ничего нету. А здесь вот, это у меня для стола была защелка. Вот она стояла, стол стоял вплотную туда. А здесь да, вот такой длинный стол один делается, ножки откинул, нож, а за ним второй до самого конца. Вот свободно могли здесь человек 30 находиться. И в палате на всем уровне находились. 11 человек спали спокойно здесь, зимой не на полу. Вот здесь были тайники, 6 тайников. 3 они у меня нашли. Один тайник вот здесь, бумага была такая, обои клеточкой. И в одном месте у клеточки оно прорезь была специальная, я думал, как сделать туда. И туда тайник был. И кирпичик вынимался. Но они начали стучать, они же слышали, когда я долбил, машины стояли, что-то я там делаю. И тут они нашли. Вот здесь, это после этого уже вы замазали, заштукатурили. И открывалось, и там хранилось то, что он вновь готовился. 2 тайника, 3 тайника были в подвале, глубоко закопаны, они ни одного не нашли. Потом проползать надо было, там и сейчас тайник что-то лежит. Не знаю. А один тайник вот здесь был, это у меня здесь хлебница была. Вот здесь хлебницу вынимаешь, ну как фильмы показывают, Закхей там. И здесь вот эта дырка была, продолбленная, пустотелая, там у меня тоже тайник был. Это тоже они нашли. Самое, которое в земле было, там не нашли. Сарай был на той стороне дороги, колжирной дороги, там конура собачья под дровами. И туда лазили эти студенты. Ну, юристы. А здесь Надежда Васильевна колодки были, она тапочки шила. И они все выискивали. Где что. И вот которые щели есть, вот представьте, там палати на этом уровне, и там подполковник и майор КГБ сидят. И щупами в каждую щель толкали. Потому что вывели мы людей отсюда, когда нас заблокировали. И они не знали, как их вывели. Они стали предполагать, что у меня есть какой-то ход через чердак. 12 человек вывести под присмотром, ну это что-то стоило. Я рассказывал уже, как мы выводили этих людей. Они у меня все время на допросах узнавали. Им как профессионалам это хотелось знать. Как это можно было вывести. Когда зашли, посуда, видите, 12 человек. Как вы их вывели? Они что, заблокировали нас? Но они не знали, тут шум был.
У меня две сестры родные работали на аппаратурном заводе, их сразу с завода по их привезли, а там какой-то шум слышал, они не взламывали дверь. Они ждали, когда я появлюсь. Они говорят, у нас там кошки бегают. И в самом деле, это кошки шум создавали. Они на подоконник с той стороны поднимались, смотрели. А у нас тут были люди, 12 человек. Были занятия, у меня посторонние были люди. Мне надо было их вывести. Но Бог дал так, что была туманная ночь. Мы сумели спуститься, то есть выбраться, как надо, бежали. Но под утро меня уже арестовали. Это было... такое, что мы разбились группами по два человека и в разных направлениях. Две машины с КГБ стояли вот здесь, где среди деревьев. И время было, кажется, да, зимой было. Я ушел в пару, с Сашей Долговым, кажется, да. А потом мы договорились, там около маслозавода встречаемся. Алеша был, Гаврилов, отец Речкунов. Ну и они хорошо слышат, а я-то похуже, говорит, за нами, говорит, идут в тумане. Ну, мы через один там, в одну калитку зашли, за щеколду держим. И они сразу определили. Подергали, нету, а они куда-то делись. Мы тогда решили через ограду, там, на сарай, и через, на другую улицу, с Пролетарской, там, Интернациональную пройти надо. Только туда мы перепрыгнули, они вот с двух сторон нас заблокировали, уже арестовали. Я говорю, вы же не милиция, вижу, а мы побольше милиции. Интересно было с Сашей, он бежит, ну, сумерки были. Он не видит, что на уровне груди натянута мощная проволока. По ней бегает собака. Но собака спала в конуре. И вдруг на нее, на конуру, прыгает такая тяжесть. А он килограмм 90, рослый такой. Собака-то испугалась. А потом она опомнилась бежать. И он бежит, а собака за ним. А он бежит поперек этой проволоки, не видит. А проволока ему перегородила грудь. Проволока натягивает грудь, и наконец она его отбрасывает, и к собаке туда в конуре летит. Это вообще... Вот «Бегство по льду», есть такой фильм американский, вот очень даже похожее. Это было ночью, боевик самый настоящий. Ну, арестовали, когда пришли тут. Я считаю так, повторить это никому не удастся. Потому что у нас была молитва. Мы очень сильно молились. Многие были люди, которые знали о нас буквально во всем мире. И молились. И поэтому Бог дал хороший следователь. Один из них подполковник тогда был, теперь он на пенсии. Никулин Юрий Михайлович. Настоящий интеллигент. Когда меня первый раз арестовали, он дела ознакомился. И моей матери, Марии Егоровне, сказал, вашего сына я привезу домой. И когда меня освобождали, он приехал в тюрьму на КГБ-вской машине и привез. Ну, я вышел, а Надежда Васильевна пришла на свидание. И мы встали на колени перед тюрьмой, он подождал. Вот, когда вошли сюда, он говорит, я обещание матери вашей выполнил. Все. Когда второй раз арестовали меня, он уже был на пенсии в 86-м году, это в 80-м я рассказываю, то он говорит, согласитесь, Игнатий Тихонович, что дураков и у нас хватает. Я сказал, кого арестовывать и какой он вред принес? Тогда 32 человека сразу из подпольщиков явились к священникам, получили паспорта, школьники пошли в школу. Кого вы арестовываете-то? Работу себе создаете-то? Ну, это мне тоже было на пользу. Мы с ним поддерживали хорошие отношения, он у меня книги приобрел. Я сейчас не знаю даже. Мы только что вернулись из миссионерской поездки, по 15 странам проехали. Сегодня только первую ночь я дома ночевал. На 30 таможнях промучились, но дело было выполнено. Прекрасно. Вот сейчас сказали, это сносится, дают квартиру. И поэтому я все постарался размонтировать. Вот. Тут у меня спали ребятишки вверху, все это перегорожено, лестница. Вот эти, видишь, какие крюки сделаны. Лампочки здесь висели. Вот эта большая лампочка вверху, только я вывернул. Это для гостей. Я работал всегда в сумерках. Сэкономить одну копейку. 3 копейки для меня это был вопрос. 2 копейки была «Комсомольская правда», а как только 3 стало, я отказался от подписки. Стал у кого-то брать уже устаревшие и переплетать их. Это печка, которую я делал. Вот. Здесь прожили мы 26 лет. Самое большое, что здесь было создано, это, конечно, насчитано почти 50 книг. 50 книг. После освобождения я уже на компьютер переначитал только 2. Библию, синодальное издание полную и «Архипелаг ГУЛАГ». Это все стоит в интернете. Я благодарен моему Господу. Тогда был Колбин, какую-то должность занимал и дал нам... Вот эту маленькую комнатушку, мы по квартирам ходили. Она высокая, на 3 этажа я сразу разбил ее. Пол тут не было, мы выселили.
Ну, сейчас подготавливаем все, чтобы убрать его. Сносят бараки. А кто не сносит, не уходит, сжигают их. Во всех городах такое. Это люди богатые, они могут позволить себе такие роскоши. Но это все не на пользу. Благодарю моего Бога. Мне 74 года, ждать-то больше уже нечего. Я сделал, что мог. Здесь я печатал на этой машинке. Раз, все, я уже сижу. Вот так она упирается, так вот стоит. Все, дальше я печатаю. Кто-то застучал, кинул, а здесь, видите, как, чтобы пальцы подходили, вырез, какой у меня здесь есть. Вот это вот, какой набалдарь, чтобы она закрыла этот вырез. А когда закроешь здесь, здесь вот маленькая дырочка. Вот, вот она где, вот она, видать. И здесь был гвоздик. Вот он, гвоздик сюда заталкиваешь, и он вместе как гвоздик и гвоздик. Они все перепробовали, нигде нет. А без гвоздика никак. Подергали, ну скажите, где. Вот так открыли. А тут написано КГБ, кругло. К. Комарилия гнусных безбожников. А дальше тире, вы опоздали. 24 июля 2013 год, на второй строительный. Все разбирают, выносят и вывозим. Вывозим на Ползунова. Это уже второй рейс у нас, да, будет? Да. Второй рейс. Одну зиму я здесь зимовал, второй строительный. Вот оно окно этой маленькой легендарной комнатки. Слава Богу за все. Там брат Сергей у нас. Два, еще, и лампочки. Все.